прошлом это был заведующий кафедрой истории, краеведения, доктор наук Виктор Викторович Кондрашин, который сам объехал более 137 деревень, прежде чем он написал свою докторскую по крестьянскому вопросу, и сегодня является специалистом номер один по крестьяноведению. Он сказал Александру Дмитриевичу: «Александр Дмитриевич, не смотрите на обертку, смотрите на начинку. Посмотрите, какие люди приедут на фестиваль «Жар-птица». Уже второй год к нам приезжает уникальный человек, исполнитель, руководитель ансамбля древнерусской русской музыки «Сирин» Андрей Николаевич Котов. Блестяще прошел мастер-класс по духовным песнопениям. Спасибо, Андрей. Спаси Господь вас всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня такой день. На улице влажно, прохладно. И тем ближе мы друг к другу сегодня, здесь уже тепло, здесь уже хорошо, мы можем друг друга видеть, слышать, чувствовать. И любая, нет плохой погоды, все от Бога, и все нам на пользу. И вот мне очень радостно, потому что я смотрю, я вижу здесь, в основном, я вижу здесь молодых ребят. И надо сказать, что вот у меня свой фестиваль в Ростове-Великом, и часто я бываю на фольклорных фестивалях. И с годами, а мы уже много лет поем, с годами я смотрю, а традиционная культура молодеет. И люди, которые начинало это среднее поколение, интеллигенция, люди близкие к деревне, народные исполнители, кто-то из них уходит в иной мир, кто-то вырастает, и мы уже выросли, те, кто были когда-то молодыми, и я смотрю, приезжают молодые ребята на фольклорные фестивали, которые очень здорово поют. Мы могли только мечтать о том, чтобы так петь, когда мы начинали, поскольку тогда мы очень мало знали. Сегодня у вас гораздо больше возможностей, и нас действительно все больше и больше. И поэтому я желаю нам всем петь, нам всем держаться своей родины. Знаете, когда меня спрашивают, что такое родина, я говорю: родина — это место, где лежат кости твоих предков. Это где, там, откуда идет твой род. У каждого из нас есть, кроме малой родины, кроме большой родины, есть малая родина. Есть та земля, на которой мы родились, есть та земля, из которой мы вышли, и в которую мы когда-нибудь вернемся. И если мы будем помнить об этой связи со своей родной землей, у нас никогда не будет проблемы с тем, чтобы понимать, кто мы есть. Потому что мы все нашим телесным, мы все связаны всегда с каким-то местом. А душой мы связаны всегда с Господом. Распевают птицы.
Наш фестиваль посвящен русскому театру. Андрей Николаевич Котов просто очень скромный человек. Он работал с Любимовым, он работал в театре на Таганке, он видел и общался с Владимиром Высоцким. Это тоже легенда, это чудесный человек. Спасибо. Цветы Катеньки мы сейчас преподнесем. С Андреем Николаевичем мы учились вместе в Гнесинской академии, поэтому я могу обращаться к нему не на «вы», а на «ты». Он мне это разрешил. Но это особое чувство доверия.